Хочу обратить ваше внимание на еду. Еда сегодня отменная. Выпивка тоже. Это? Выпивка тоже, да. Это не водка, это текила. Да. Пью за ваше здоровье. Павел, подожди, не пей, подожди. Нет, не минуточку, минуточку. Давай. Не пей, вместе выпьем. Вот. Вот так. Вот наше здоровье, вот так. Наше здоровье. Отлично. О, хорошо пошла. Супругу положись. Он по более государственных бдения имеет. Убитых складывать бережно, дабы не повредить и не мешали бы танцам. Складывать отдельно, пол соблюдая, иначе при пробуждении конфуза не оберешься. Беду почует, не паникует, но скорым шагом следуй место упомянутое. Но по дороге не мешкай, и все силы употребляй на содержание в крепости злодейки, предавшего тебя брюха. Будучи без жены, а то и дай бог холостым, на прелести дамских взирай не с открытой жадностью, но из-под тишка. Они и это примечают, не сомневайся. Таким их уважишь и нахалом не прослывешь. Руками не действуй, сильно остерегаясь и только явный знак получив, что оное дозволяется, иначе конфуз свой на лице носить будешь долго. Без пения нет веселья на Руси, но оное начинается по знаку хозяйскому. Враж не входи, соседа слушай, привет одиночку уподобляешься ослице волосы. Сегодня начинается сегодня пятница, правильно? Не знаю. Сегодня в Латинской Америке начинается карнавал. И он заканчивается в следующий вторник, и в среду это среда Лесениса, среда пепла, как называется это в католическом, у католиков. И карнавал, это в православной церкви, это масленица начинается. Итак, в карнавале вы знаете, что одеваются костюмы, и пьется, и танцуется, и так далее. Я забыл объявить всем, что сегодня нам надо было в костюмах прийти, но все равно кое-что, кое-кто пришел в костюмах. Кое-кто пришел вообще без ничего. Но я что предлагаю, давайте мы, я прошу, чтобы делегации выставили ваших кандидатов на первый приз. На первый приз костюма, самого оригинального костюма этого вечера. Так, сеньор. И в Бразилии сделан. Нет, брюки это карнавала. Причем надо сказать, что, покажите, повернитесь, что у него внутри Kodak Express, специально разработан. Он готов, как говорит устав, который мы читали, быстро он готов и для бала, и для танца, но и тоже и нырнуть, если надо. Игорь, мы тебе хотим вручить первый приз, бутылку классного вина, импортного, сделанного в Мексике. Это Шато Мехико. Было. Когда открывать? Уже должно было быть открыто. А что ж закрытую дали-то? Это бутылку, которую Игорь выиграл. Мы сейчас ее коллективно на последний вечер. Началось, смотри на нее. На море выпиваем. Ты все мечтал. Давайте мы. А вот. Мужики, я вам так скажу, главное вовремя расслабиться. Чтобы времени для расслабления было достаточно. В противном случае невозможно напрягаться. Любая жидкость идет как масло. Вы знаете, чем они попробуют? Очень тяжело. Очень тяжело. Это тяжело. Или как-то не надо. Очень тяжело.
Ну. Телефон сейчас будет давать поликарпа. Этот отель, он палас, он построен прям в джунгли. Джунгли вырубались, и получился такой прекрасный отель на берегу моря. А вот чуть-чуть отъезжаешь, это еще территория отеля, вот такие вот непролазные джунгли. Снимаю.
Прибытие в гостиницу. Раковина вот здесь, умываться. Вот видите, там всякие шампуньки. Сейчас мы посмотрим их. Мыльца, шампуньки и все такое прочее. Ой, ну так приятно, конечно. Прям как будто мы миллионеры. Ну, он в центре Мехико. Мария Изабелла. И я вам показываю наш новый номер. Ну, тоже ничего. Слушайте, ребят. Правда, ванны джакузи здесь нет. А что здесь такое? Рая нас ждет сюрприз. О, боже мой! И ручечки, и что такое? Кисточки. И вода. Вы кто-нибудь когда-нибудь пил воду кодек? Сейчас мы обмоем наш приезд. Ура! Так, телевизор есть. А, и что еще есть? Может быть, в ванну зайдем? Так, ну джакузи-то тут что-то. Это что, кухня? Ну что такое? Кухня. Да, наверное, газовая. Шкафчик есть. Итак, вес шуточек хватит для наших нарядов? Сейф найти, а то говорят тут. Поваром. Да-да. О, черт побери. Не джакузи, но в жизни надо все попробовать. Так, фен. Рая, фен тоже есть. А то мы так и не нашли переходники. Это мы, Рая, иди покажись. Так. И зеркала, и лампы. А вот ванна. Так. Ну, ванна, ничего. Ну, ничего, ничего, сойдет. А еще надо это. Интимное место тут есть? Да. Ага, это вон там, за дверью. Так, ты выгляди. Ну, короче, оно вон там. Вид из окна. Так, что это там в городе? Рай, что там в городе? Говорят, это какой-то розовый район. Рай, у меня камера черно-белая. Скажи, там дома-то розовые хоть есть? Да, это розовый район. Несмотря на название розовый, там в основном живет голубое население города Мехико. Там так в автобусе объяснили. О боже, уже кто-то звонит. Мы пошли открывать, встречать. Подам. Дам ему несколько песен. Да. Готовят песто. Ну да. Ну, крутая, черт побери, пятизвездочный отель. Чего бы не дать, да? Если дадим, хватит. Да. Не передать пищу. Рубль дал советский. Рейка хотела рубль советский дать. Что за безобразие? Сеньор, thank you. It's complete. Что? Окей, yes. Yes, thank you. Слушай, ну класс. Не, ну ничего, конечно. Какие-то
Это что такое? Ой, это нам наложили всяких каталоги. Да. Ну вот, знакомство началось. Следующая серия о городе Мехико. Так, это что? Это спички. Бумажки, спички, ручки и вообще... Это радио с часами? Это какие-то каталоги?